ты если двигаешься по левой полосе, то ты едь хотя бы 60, ближе к 60. Но не превысь скорость. Мы сейчас с горы пойдем. Правый ряд перестройся. Место для стоянки убирай. О, здесь же знаков нет. Здесь нет. Можно остановиться. Но у нас с тобой команда какая была? Место для стоянки. А на остановке разве можно совершить стоянку? Остановиться можно для высадки, посадки, да? Да. Ну, не поджимай его, выезжай. Нельзя. А короче, на экзамене же говорят для остановки. Для стоянки он может сказать. То есть, если бы ты проехал бы сейчас остановку, ты вот тут остановился справа, поставил бы машину. Мы сейчас двигаемся по первому ряду, видишь? Надо будет перестроиться в средний ряд. Потому что этот ряд уходит для поворота налево. А нам надо вот так. Если еще смещаешь, еще поворот. Тебе тоже поверили, да. Надо поворотник, да. Если просто да, поворачивать. Да. Место для остановки убирай. Знак остановка запрещена, не видел? Ага. Вот это он плохо. Был? Был, поехали. Нельзя. Запомни, где Сингапур, надо за Сингапуром останавливаться. Знаешь, да, что это да, Сингапур? Да, да. Задний красный загорается. А он где был, на повороте сразу? Вот ты поворачивал, да.